Да нет, приправа. Вот приправа здесь. Кажется, ты поплавил масло, ничего не надо. Не, ничего не надо. Ее это можно в принципе не мыть, взъебешься мыть. Вот надо жить, пока она разогреется на какой-то. Ну, конечно. Я еще не могу это. Вот так она полежит сейчас. Так, народ, что-то зависли мы там. Так, давайте я вам сейчас покажу, как это выглядит для тех, кто не видел. Вот, видите, грудка в приправе там уже, вот она лежит. Здесь вот, вот найдите медальон. Хуй знает, где медальон. По-моему, вот он, медальон. Наверное, все одинаковые будут. Да, привет всем, кого не было. Вот там рис бурлит в пакетике. Так, ладно, я поставлю. Еще накроем. Не, пока не вкуснятина. Сейчас через 3-4 минуты будет вкуснятина. А если бы вы еще попробовали, какой вкус получится, не только бы захотели, блядь, вообще огонь, грудка получается. Я же показывал рис, вот, мистраль, это самый микс, 2 пакетика, они по 60 грамм. Вот такой он, вот видите, он там черный. И такой микс продается. Да на самом деле не в суть важно, какой рис. Главное, чтобы рис был. Я не думаю, что если вы будете покупать рис за 200 рублей пачку и за 50 рублей пачку, блядь, будет какая-то большая разница. Ну вот, ну не верю я. На самом деле не верю. Ну просто дешевый рис, он там может похуже варится, как уж разваривается там или что-то еще с ним. Но на выходе, я думаю, будет все одно и то же. По вкусу. Кому-то жасмин нравится, кому-то басмати, кому-то обычный шлифованный, кому-то длиннозернистый, кому-то круглозернистый. Блин, выбирайте по достатку. Рис очень много. И я вам говорю, на выходе большой разницы не будет. Так что да, вот такая рука. О, качественная. По-моему, что-то опять тут срач пошел. Съебала плитка, я не знаю, как она выставляет. А? Она, блядь, иногда раз опять на 1800 включается, блядь, срач. Так, загружаться протеином на сушке, в смысле, в какой период, как понять, загружаться протеином на сушке, я что-то не пойму. В Астрахани еще не был, скоро буду. Да нет, нормально. Это все она готова? Да почти, да, еще минутку. Вот такой гриль, это самый дешевый гриль, который только существует, наверное, 2800 в Ашане он стоил. У него площадки эти не снимаются, да и похер. Рис, но я все время на глаз варю. Так, посмотрю, вроде пакетик набух и все. Я не кидаю там в кипяченую воду, налил воды, бросил его. Да, чувак, до свидос. В Астрахани не знаю, там немного зависит от моего товарища Саньки Маслова, как с ним там договоримся. Вот, так поеду.
Она плитка затрахала уже. Да, спортсмен. Так, что у нас тут? По сути, можно не только куриные грудки, также и говядину, да. Да, можно все что угодно. Ну, в общем, я же снимаю, вот она уже. Видите? Вот так она превратилась. Нет. Я не холостяк. Я не скажу, это моя личная информация. Когда придет время, все все узнают. Сейчас, секунду, я сниму. Я холостяк, если что, мне пишут. Я считаю так, если у меня есть девушка, то значит я уже не холостяк. А девушка есть, поэтому я не холостяк. Да, блядь, Влад, ну не трогай сейчас, ну хули ты вот всегда суешь свои, блядь, руки куда не надо. Ты когда остынет? Да нас, ну конечно остынет, что ты сейчас будешь, блядь, сжечь, размазывать, гарь только. Я пью протеин на сушке всегда. Я как бы им набираю 100 грамм белка. Пару раз я пью по 2 колпачка. Это реальное спасение на сушке протеином. Потому что, конечно, большое количество белка надо есть. И на сушке я спасаюсь. Но я пью изолят, гидроизолят этот изо-100. Блядь, пассажиры одни нахуй сидят. Чем зарабатываю на группу, ну, безработный. Здравствуйте. Здрасте. Нет, я пост не держу. Бля, заколебало. Убери это. Пост я не держу. Увеличение, в смысле увлечение или увеличение? Увеличение, не знаю, мне мало. Я что-то не увеличиваюсь в последнее время. Так, чуть-чуть. Увеличение. Так. Увеличение. Нет. Член, может, побольше чуть-чуть стал бы. А так вроде мышцы вроде как сейчас пока не совсем. От гормона роста, блин. Бицепс, не знаю, не меряю, но больше 50. Да-да, от ГР больше. А вы что, не знали? Дети? Ха, есть у меня дети. Дочь у меня скоро 14 лет будет. Наверное, уже почти вам ровесница. Нет, я в член не ставлю. Нет, нет. Я ставлю туда, куда надо. Но любому более-менее знающему химику понятно, что... Да, одна дочь. Любому... Человеку, который хотя бы немножко понимает, чуть-чуть хотя бы базу в анаболических стероидах и прочих, они знают, что на курсе объем крови, там что-то я не помню насколько, но прилично увеличивается, ну и соответственно писька встает и прочие дела тоже в более увеличенном размере и в толщине, и... В размере, так что, девочки, если есть, обратите внимание, все это пиздеж про культуристов, у них большой и толстый. Вот, так что, смотрите. Мало вам не покажется. В Москве живу. Так что, если
девочки есть сомневающиеся в способностях культуристов, я советую вам просто попробовать. Только потом не пинайте на себя. Да, пеняйте на себя. Если вас так нормально удовлетворят, вы забудете, что такое байки про то, что культуристов не стоит. Правильно я говорю? Под юниора. Ну вот, видимо, у вас уже, может быть, был парень культурист, вы уже знаете, что там на курсе. Хоть это, хоть вешайся от него, да? Вот. Так, сейчас рис достанем. Вот. У нас очень много стереотипов в России. Если культурист, значит, не стоит. Все. Блин, а ну вы проверяли, стоит или не стоит. Ё-моё, откуда такая информация-то, а? Господи. Если у девочки грудь силиконовая, фу, не настоящая, фу, неприятно. Блять, ну ты трогал силиконовую грудь когда-нибудь? Говоришь ты так, а? Ну вот все про силиконовую грудь говорят, фу, там, та-да-да, не настоящая. Блять, 100% ни разу люди, которые не дотрагивались до силиконовой груди. Тот, кто дотрагивался, тот счастливо молчит и утыкается в сиськи. Счастливый. Вот и все. Что нужно есть? Сейчас покажу, что нужно есть. Пиво, не пиво. Так. Вот что нужно есть. Смотрите внимательно. Куриная грудка и рис. Крутяк, да? Так. Ответ на вопрос. Что нужно есть? Еще овощи. Вот. Чего ему не понравилось? В смысле, что не понравилось? Так, я с вами еще минут 2-3 поболтаем. Сейчас остынет немного, потом пойду. Грудь не понравилась? Да пиздит он, не трогал, блядь, скорее всего. Да, моя еда. Нет, не дома, я на МКС. Мне это сказали в тот раз, я говорю, Ваня, ты на МКС. Да я в клубе, в подсобке здесь, у нас кухня. Кто еще не видел кухню? Сейчас покажу. Вот у нас в зале кухня, вот. Видите? Вот. Дальше бардак показывать не буду. Это не дома, это в клубе. Вот что нужно есть, чтобы набрать вес. И чтобы похудеть, это надо есть. И чтобы набрать вес, надо много есть. Так что вот такая у нас тут сейчас кухня. Прикольно. О, пока это надо помыть. Сразу ополоснуть кастрюльку. Самое главное, что ты вроде как... на работе и тут же себе там пожарил. Ну вот я сколько тут в перископе по-быстренькому замутил. Да ни хрена не надо есть гречку, вместо риса. И рис, и гречка одна хрень практически. На самом деле, если кто, кому интересно, я такой педантичный вот в плане кухни. Мне надо все помыть, полотенчиком протереть, все разложить. Есть у меня такая особенность.
Я так все это прибираю, протираю, раскладываю. Но только гриль, сука, гриль не мою. Гриль не мою. Вот он, папа. Вот гриль, блин. Видите, грязный. Легко и просто делается. Вот лопатка есть, потом вот так чок, и он помыт будет. Ну, сейчас не буду тереть, пусть остынет. Все, больше ничего не надо делать. Как-то так. Вот. Бля, я уже жду, когда эти нитки вырезали. Одну, кстати, уже это выкрутили нитку сами. Еще две осталось, потом побриться, блин. А то зарос. Да вес не знаю, килограмм 112. Спасибо. Сегодня спина. Часиков, наверное, в 8, в 9, наверное. Вот сегодня никакой фирмы не покупал в развес. У нас палатка есть там на первом этаже в развес. Нитки, шрамы зашиты вот здесь и вот здесь. Риса там 120 грамм сухого веса. Два пакетика по 60. Грудки 300 грамм. Я покупал на развес. Лотки нахер мне тут некуда это особо их хранить. Я прям на развес подошел, выбрал грудку на 300 грамм. Мне ее взвесили и два пакетика риса. И все. Так что как-то так. Старты не знаю, когда первый, хрен его знает. Не знаю. Больше всего вероятности, что осенью, конечно. Воды не меньше 5 литров. На раз не жму. Не тот вид спорта, чтобы на раз жать. Бля, с утра действительно тяжело. Я уже привык овсянку с яйцами есть, но, блин, тяжеловато. С утра не люблю есть. По времени тренируюсь в кайф, сколько получится. Могу 2 часа, могу 2,5. Следующий перекус. Сейчас сколько у нас? 4 почти. Часиков 6, наверное. Да, чувак, какой ты любопытный. Поддрачиваю, блядь. Жены нет. Будет жена когда-нибудь. У меня есть девушка. Вот и все. Что дальше ничего не скажу. Вода очень сильно влияет. Воды надо пить много. Вода – это жизнь. На все влияет. Нет, массы никакой не будет. Массы не будет. Нет, не низконатриевую. Ну, просто мне нравится архыз. Я пью разную воду. Просто дома у меня архыз, она как бы безнатриевая, да? Если кто знает, архыз, она как детская вода, на которой все сливаются. Поэтому архыз мне просто нравится. Это не специально, это просто нравится. Шрамы. Ну, блин, вот этот шрам, кстати, в 3 года я получил. Вот здесь у меня зашивали. Это я, ну, это самое... Возле школы в подвал по лестницам прокатился вниз головой, блин. Об огнетушитель тут рассекал, еще там всякая хрень по мелочи. Так что так. Ну, блин, какая вам разница, как мы расстались, как чего, ну, не это самое. Зачем вам это? Вот вам приятно насыпать соли там на все, да, покопаться в этом
в личном белье. Я считаю, что это вопросы не неправильные. Повстречались, расстались, свои как бы это самое. Чё, мы единственные, что ли, кто так повстречался, не сошелся, расстался? Нет ведь, поэтому... Да, чувак, какой же ты пронзительный, блядь, точно синто. Нет, не Павле. К Стасу Линдоверу очень хорошо отношусь. Прекрасно просто. Где волосы потерял? На чужих подушках. Где еще волосы теряют, блин? К геям категорично плохо отношусь. Что-то какой-то допрос. Привет, Иркутск. Ну а ну как, так же говорят. Ну, гей, значит, пиздуй нахуй отсюда, если ты гей. Вот. Что-то у меня прям этот бан-лист там растет вообще по-страшному. Уже нормально. Вот. Кстати, да, если там еще геи есть, вы лучше сами ликвидируйтесь, вот, и все, будет так проще. Да, это нормально, ну, конечно, ты сколько ты выпил, столько ты должен пописать, и все. Да, конечно, Серега огромный. Он высокий, огромный, блядь. Вон. Ну, а что поделаешь? Ну, не все же люди в теме. Есть очень далекие, есть залетные, реально. Те, которые, как бы, у которых ассоциации там о культуризме. Только то, что на заборе пишут, да? Поэтому... Что с них взять? Возможно, они не виноваты. Бог простит их за это. А мы их просто побаним. К пауэрлифтингу я никак не отношусь. Я не пауэрлифтер и никогда этим страдать не буду. Да вес такой же. По форме вроде бы меняюсь, вес такой же. Просто я тут тоже пару недель особо не это... Гормон джинтропин. Так, все, еще минуту. У меня как раз там рис этот долбанный остыл уже, наверное. Я сейчас пойду есть. С тренировки включусь. Надо еще. Я сейчас, может, ролик какой-нибудь забабахаю. Нет, тренироваться. Я еще раз поем сегодня, по-любому еще, а потом модерн БЦА пью. Банка перебор. Не, мне мало. Так, ладно, все, какая-то хрень тут поперла. Давайте это самое, еще на тренировке увидимся. Прощаться не будем. Все, давайте, ребята, счастливо. Через несколько часов. Может, это, кстати, бля, если сейчас время найду, может, вопросы-ответы еще побубним. Но если время будет, не обещаю. Либо на тренировке. Все, ладно, давайте.